Стрела началась с 10 человек в маленьком зале на Плющихе в 2009 году. Мы вышли из карате, встали, и вот сейчас нас, скорее всего, больше 2000 уже по России. И большинство из тех, там, которые вот, которые мы начинали, вот, которые выходили там первый год, практически все они остались. Мы не были успешными спортсменами. Мы не были звездными, там ребята, которые захватывали, все выигрывали. Но на нас выросла стрела. Выросла команда, которую сейчас все знают как лучшую команду в ГИ, в России, там, в близком джиу-джитсу.